5 россиян признались, что зависимы от кофе. Это выяснили аналитики онлайн-сервиса по управлению здоровьем. Они провели очередные исследования. Оказывается, больше половины россиян тратят на кофе около 1000 рублей в месяц. Мы тоже решили спросить кировчан, от чего они зависимы, и запустили опрос в нашей группе ВКонтакте. Как стало известно, 20% респондентов зависимы от интернета. От вкусной еды не могут отказаться 14% кировчан, а 22% и вовсе заявили, что они абсолютно независимые люди. Наш корреспондент Зоя Зотова призналась, что зависима от работы и отправилась на улицы города. Самые интересные ответы в рубрике «Мобильный журналист». Муж, да, семья, дети. Как от него зависите? Финансово. От сладкого. От чего именно? От всего, просто от сладкого. Как-то боретесь с этим? Нет. Почему? А зачем? Вкусно же? Ну ничего, независимый я человек. От родителей, скорее всего, но это такая зависимость, знаете, логичная. Вот. Каким образом? Ну, все-таки это главные люди в жизни детей. В основном телефон, скорее всего, наверное. Современные эти соцсети. Засасывают. Ну, тебя утягивают по полной программе. Молодой человек. Ну, есть такое. А как вы от него зависимы? Не знаю. Эмоционально, наверное. Ну, наверное, что-то от вкусняшек, от каких-то. Почему? Потому что вкусно. От энергетиков. Ого. Боретесь с ними? Да. Каким образом? Стараюсь меньше пить. От сладостей. Почему от них? Ну, их очень люблю и часто их ем. Потребности чего-то, то есть мне всегда нужно что-то, чтобы удовлетворить себя. А так у меня нет никаких зависимостей. Найди то, не знаешь что. Ну, похоже, да. Вредные привычки есть. Какие? Курю. Боретесь как-то? Пытаюсь. У меня зависимости, наверное, только в еде, отдыхе и вечном обучении.